субботу во дворе школы номер 2 у памятника воинам-интернационалистам прошел митинг, посвященный 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Вспомнить события тех опаленных войной лет пришли ветераны-афганцы, ветераны Чечни, представители общественных организаций, руководитель администрации городского округа Вуктыл, военком, родные и близкие и просто неравнодушные люди. Отдать дань памяти тем, кто погиб в Афганистане. Это десятилетняя война, которая, к сожалению, не принесла ни политических решений, то есть результатов по политическим решениям, не решила вопросы, которые были в данной стране, ни экономических, ни политических. И, к сожалению, привела к человеческим жертвам, материальным потерям. Ежегодно собираться вместе, отмечая годовщину за годовщиной, вывода войск из Афганистана – хорошая, устоявшаяся традиция в нашем городе. Эта дата важна для каждого. И в первую очередь, конечно, для участников той войны. Любой конфликт, решаемый с применением военной силы, – это новые человеческие жертвы. К примеру тому нынешняя Сирия и Донбасс. И отдавая дань памяти погибшим, мы в то же время поддерживаем и приветствуем миролюбивую политику нашего правительства. Долг сегодня – чтить память воинов, отдавших свои жизни за правое дело, и заниматься патриотическим воспитанием молодежи. Эти слова звучали из уст каждого выступающего. После минуты молчания и возложения цветов мероприятие, посвященное воинам-интернационалистам, продолжилось в клубно-спортивном комплексе, где в торжественной обстановке были вручены почетные грамоты и благодарности активистам ветеранского движения Афганистана и Чечни. Мой отец служил в пехоте, сквозь огонь прошел и дым. Продолжил торжественное мероприятие концерт в честь воинов-интернационалистов, который также прошел на одном дыхании и впечатлил не только гостей, но и виновников торжества. Защитники!